Торжественное мероприятие по случаю юбилея мозырских молочных продуктов прошло в городском дворце культуры. Поздравления принимал многочисленный коллектив и ветераны завода. Люди, которые долгие годы работали и продолжают трудиться для того, чтобы на столах мозыряна не только была качественная, вкусная молочная продукция. Для многих молокозавод стал семейным предприятием, и по стопам родителей в производственные цеха и лаборатории пошли дети. А работала еще мама наша. Вот она начинала, проработала, наверное, больше 20, да, 30 лет. Да, и начальником лаборатории, да, инженером по качеству и зам по идеологии. Мама брала на работу с самого детства. Я еще помню, как я приходила на завод, когда еще были молоко в бутылках. И вот продукция в маленьких таких бутылках. Вот до сих пор я так запомнила, насколько это все впечатлило меня, вот что вот большое такое, ну, предприятие, вот эта вся продукция льется, которую ты потом непосредственно употребляешь. Вот, и да, это как бы вдохняло. Я помню еще в школе, когда ты меня спрашивали, кем я хотела стать. Вот, я так особо не знала, ну, кем я хотела, но я сказала, я хочу работать на молочных продуктах. Приходила к маме на завод, там была еще когда-то столовая, вкусно кормили, кушали мороженое, всякие фрукты, продукты. Еще было старые корпуса, новых еще не было. Вообще, с самого начала, в принципе. Не жалею, мне нравится моя профессия, как бы. Сначала, конечно, когда пришла, было сложно влиться, но теперь мне очень нравится, как бы я даже не представляю, как, кем я бы еще могла быть. Преемственность поколения для мозырских молочных продуктов – это не просто слова. Здесь бережно хранят и очень внимательно относятся к подрастающему поколению. Один из ярких примеров – конкурс детского рисунка, который объявили в год 80-летия предприятия. Перед началом торжественного собрания юных художников поздравили и наградили победителей памятными призами и вкусными подарками. Торжественное мероприятие пролетело как один миг. Со сцены Дворца культуры в адрес коллектива мозырских молочных продуктов звучали теплые и очень душевные слова поздравлений и пожеланий. От имени Мозырского районного исполнительного комитета, от районного совета депутатов искренне поздравляем весь коллектив с 80-летием со дня образования нашего предприятия. Мозырские молочные продукты – это предприятие, которое знает каждый, потому что каждый день мы пользуемся вашими продуктами. Это качественные продукты питания для всей семьи на все века и во все времена. К празднику присоединились представители района вертикали и депутатского корпуса, силовых структур и общественных организаций, коллеги-руководители. Результаты, с которыми трудовой коллектив молокозавода встречает свой 80-летний юбилей, позволяют верить. У предприятия есть большой потенциал развития, а лучшие годы еще впереди. Сегодня я уверена, что наш коллектив – это единое целое, который справится с любыми задачами поставленными, с любыми трудностями.